суки, а есть учителя от Бога. И она обо мне вспоминала, да, Нина? Да, да. По-английскому, да? Да. Но больше Харланчук вспоминал, наверное. Она меня там дрочила этим английским. Ой-ой-ой-ой-ой. Санбой приехал в Чехословакию. А там по-английски даже тоже не понимают. Пришлось уж по-своему разговаривать. Жесткая Прага. Жесткая. Грубая Прага. И любимая моя Прага. Тут же вот я вспомнил про деньги на площади, где нужно поесть вкусно. Как же они едят без денег-то, да? Вот где деньги? Еврейская страна. И тут же бордель. Заходишь. Хоп, хоп. Какие-то женщины распятые с письками. Там две дырки. Там это ужасно вообще. Да, ужасно. Что я пережил ребенком в ваши годы. Вот она любовь. Это не любовь, это вообще дурь. Это страшная дурь. Конечно. Пережить такое, как я, молодой. Но я вытерпел. Конечно, тяжело было вытерпеть. Выжить. Меня уже знали на Карловом мосту с гитарой. Это призрак. Это с гитарой. Рус идет. Встреча с Иосифом Бродским, с писателем и поэтом, Нобелевским лауреатом, целовался с бабой, я поднял ей воротник, он за мной лысый побежал. Это вообще ужасно. Это вообще ужасно, Санбой. Давайте сфоткаемся с вами, так сказать, на память, оставить след светлый. Оп, вот так вот, да? Что ж, тебе была классная в четвертой средней? Наталья Дмитриевна. Вместе это кто была такая? Кто? Наталья Дмитриевна. Учитель биологии. Ну, учитель Наталья биологии и... Стоп! Стоп! Маленькая? Нет высокая, высокая. Высокая. Стоп. Михалькова. Там была очень красивая и маленькая. Михалькова Наталья Старая. Дмитриевна. Учитель музыки, по-моему. Ну, это вообще отдельный разговор. Знаете, все. На самом деле много...